В борьбе с осенней хандрой одесские психиатры рекомендуют не ограничивать себя в сладком, употреблять в еду овощи и фрукты, спать минимум 7 часов в сутки, а в свободное время заниматься спортом. По мнению специалистов, то подавленное состояние, которое большинство людей принимают за депрессию, на самом деле является обычной сменой настроения, свойственной этому времени года. Осенняя депрессия, сезонная депрессия – это, скорее всего, всего лишь сниженное настроение, потому что депрессия – это гораздо серьезное, аффективное расстройство, которое характеризуется различными симптомами. Здесь надо разобраться, какая профилактика. Профилактика будет направлена на то, чтобы разобраться с телом и разобраться с мозгами. Разобраться с телом – это, конечно, надо заниматься физическими упражнениями, потому что, когда человек занимается физическими упражнениями, у него вырабатывается естественный гормон счастья, эндорфин, и это очень сильно влияет на его самочувствие. Надо обратить внимание на свое питание. Осенью никаких диет быть не должно, а наоборот, мы должны добавлять продукты, которые будут влиять на наше настроение. Это рыба, это шоколад, это бананы, это овощи ярких цветов.